Сегодня мы с вами находимся в таком замечательном месте, как парк, и погода как раз благоприятствует этому. А теперь прогноз погоды на выходные дни. Ее будут определять активные атмосферные фронты, которые будут смещаться с юга Европы. Прогнозируется облачность с прояснениями погоды. На большей территории будут проходить кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены грозы. При грозах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс 8 до плюс 17 градусов. Днем 18-24. Поэтому без зонтов в выходные дни не обойтись. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Я желаю, несмотря на то, что ожидается такая дождливая погода, всем хорошего, позитивного настроения, удачи и берегите себя. Когда садишься на такого прекрасного лебедя, танец лебедей, вот, сразу вспоминается свое морское прошлое.